И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рокси. Сегодня я буду играть в игрушку Bubblegum Clicker. В сегодняшнем видеоролике я вам расскажу о совершенно новом обновлении, которое вышло у нас в этой игрушке. Ну и также покажу несколько интересных питомцев, которые мне получилось достать из нового яичка. Так что усаживайтесь поудобнее, ну а я погнал к главной части видеоролика. И вот она, новая локация. Да, это локация, новая локация, называющаяся Святого Патрика, День Святого Патрика. Я не знаю, что там вообще за праздник, но, собственно говоря, что-то связанное с удачей. В этой локации мы видим совершенно новую фортуну, которую можно крутить раз в час, по-моему, либо я не знаю во сколько, и тут с какой-то вероятностью может выпасть питомец, либо же рандомное количество вот новой валюты радуги. Вот она слева находится, вот такая радуга. У меня уже ее 1 миллиард, сейчас покажу почему. Кстати говоря, шанс на нового мистического питомца равен 0,025, не знаю, что это, тысячных, да, наверное, тысячных, ну и также 5 миллионов, 500 тысяч и 100 тысяч. Ну, также по всей локации мы будем видим очень много радуги, по которым можно собирать, в принципе, и получать тоже монетки. Довольно-таки нормальное количество, но, ну, это уже понятно с моими питомцами, которые, в принципе, вы, наверное, по превью уже поняли, кого я сегодня выбил. Ну, как сказать, выбил? Я вообще его купил, по факту, у одного человека. Ну да ладно. Ну и самое главное, здесь находится два яичка. Одно за 600 робуксов, здесь можно получить хук питомца какого-то большого, я не знаю, что это там еще до сих пор, не знаю. И вот здесь вот, за 75 тысяч радуга коинов, можно открыть яичко. Изначально было здесь, по-моему, две годли и не было легендарки. Но потом решили добавить туда легендарку, потому что был там вообще Unreal какой-то, эпик 5%, остальное это годли. Прям. Вот, если что, вы можете сразу же видеть, что у меня есть секреточка под O-Gold. А, вот, смотрите, здесь есть эпик 5%. Дальше Лего и одна Годли. И также тут две секретки. Вторая секретка, если я найду, то я сейчас прикреплю фото, потому что я ее еще на самом деле не видел. Но говорят, там 1 на 7 миллионов шанс или что-то такое. Также как-то я отсоединился от этой темы, от темы этой локации. Здесь, кстати, да, красивое окружение, сейчас вот так еще заметил. Вот, здесь есть челленджи, их можно выполнять и получать за них награду. Я остановился на челлендже собрать 200 коинов, потому что, ну, мне кажется, это очень долго, это очень неимоверно долго будет. А остальные квесты, в принципе, тут довольно-таки легкие. Единственное, что, опять же, последний квест — это словить одну секретку. Это просто нереально. Мне кажется, это что-то на уровне невозможного. Но тоже, вот там, друзья, кто уже проходил квесты, я просто не особо сильно сейчас часто играю, люди говорили, что вот здесь вот просто буквально 4 часа постояли, и уже, блин, там, пегасусов, грибочек повыбивали, и уже сделали квест. Ну, в общем-то, этот подписчик захотел трейд на моего горшка. Ну, это на самом деле есть горшок, сейчас вам покажу, вот просто hide my pets, вот он, горшок, ну, как бы горшок, типа, с питомцем там внутри. Также в магазине вышло совершенно новое яичко эксклюзивных питомцев, вот тут за 400, за 1200, 500, ой, 50%, 50%, 0,05 и 0,05. Также вам советую сейчас заходить в игру, потому что сейчас на всю эту неделю будет x2 luck event, поэтому, соответственно, больше удачи, больше выигрыша, ну, а если вы еще и премиум игрок, то вам еще там лютые, просто сейчас даже в скрин прикреплю, если найду, сколько там вообще удачи, это очень много. Эксклюзивных яйца 3, опа, бомбастик это, еще бомбастик манки и еще бомбастик драгон. Выпало 3 различных питомца, но я, к сожалению, уже не знаю их шансы, они тут знают 45, 45 и 10. Ну а также в игре происходит сейчас скидка массовая, просто 50% на все геймпассы, поэтому до 17, по-моему, до 17 марта она, по-моему, будет идти. Если нет, то поправьте меня в комментариях, но пока что до сих пор есть эта скидочка. Благодаря которой, кстати говоря, и прикупил себе это ведерко. Вот сейчас я прикреплю скрины, как я там человеку отправил геймпасс быстрого открытия, и он мне подарил, ну, не подарил, а как бы отдал такой горшочек. На самом деле, статуя этого горшка просто неимоверная. Тут, на самом деле, он даже лучше у меня в семье будет, наверное. Да, он у меня самый лучший в семье будет. А прикиньте, шайни. Может быть, там будет целый миллион. Ну, а что насчет второго сезонного яичка? Здесь я выбил Годли. Вот эту Годли. А, по-моему, там же одна Годли, да, была, по-моему? Да, здесь только одна Годли, и секретки. У меня нету ни одной секретки, поэтому вот как-то такие дела. Ну и пока что моя тема выглядит примерно так. Huge Bubble Lord и две секретки Angel и Angelic Heart, которые, кстати, я сам все выбивал. Единственное, вот это ведро я не сам выбил, да. Ну, как раз таки, спасибо подписчику. Ну, а также совсем забыл, здесь, если что, тикет, ой, очень тихий, господи, титул за то, что вы пройдете Патрик Ивент.
Ну все, в принципе, на этом информация вся закончена. Спасибо большое за просмотр. Если что, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, крыски, если что, то пишите в комментариях, может, что-то забыл. Ну и как всегда, вся новая информация выходит у меня в Discord-сервере, и то, как я обменял там Хуг Bottle Gold, и все-все-все там находится, и вы узнаете это первее, чем на YouTube-канале. Как вы могли заметить, у меня на канале не выходили ролики в течение 3 недель, но я выпускал шорты, поэтому шорты. Но я выпускал шорты. Поэтому, сорянчик, если что, опять возобновляю весь этот список. У меня были там и устные собеседования, и пробники, поэтому, блин, вообще закидали, диаты, класс, ненавижу на самом деле. Поэтому всем спасибо за просмотр, с вами был я, Рокси. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. Пока-пока. Пока.